Анонс и точно до выхода 117-й серии турецкого сериала «Мои братья». 117-я серия сериала выйдет в эфир 17 февраля. Ранее в сериале мы увидели молодых людей, которые собрались вместе на перемене. Сюзен протягивает Амиру коробочку. Девушка говорит, что купила ему браслет вечности. Сюзен с энтузиазмом рассказывает парню, как это работает. Она говорит, что они должны припаять их друг другу навечно и не снимать до самой смерти. Амиру эта идея кажется чем-то абсурдным. Смотря Сюзен в глаза, он интересуется, верно ли он понял, что она работает как кандалы. Позже Амир встречается с другом. Он говорит ему, что хоть и считает себя умным парнем, все-таки не зря становится победителем Олимпиад. Все же понять женщин ему кажется совсем не дано. Асия с парнем становятся свидетелями убийства. Девушка эта ситуация повергает в шок. Она напугана происходящим и не знает, как им стоит в этой ситуации поступить. Но в панике она случайно что-то задевает и их замечают. Мужчина кричит о том, что им сейчас же стоит перестать прятаться и выйти показаться. Это пугает Асия еще сильнее. Она боится, что из-за нее неосторожного движения их могут убить. Мать интересуется у Берка. Продал он машину для того, чтобы его отец мог открыть свой бизнес. Парень смотрит на нее немного растерянно. Он не был готов к такому разговору. И потому не сразу находит, что ответить. Но все поворачивается совсем не так, как он ожидал. Мать рассказывает ему, что все эти деньги, которые Берг дал мужчине, он проиграл. Берг переводит взгляд на отца, но ему нечего ответить на обвинение. 117-я серия сериала выйдет в эфир 17 февраля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.